Медико-спасательный реанимобиль, эвакуационный медкомплекс на базе КАМАЗа и даже болотоходы презентовали сегодня в Астане. Всего свыше 60 единиц современной техники, половина которой отечественного производства, скоро распределят по регионам. Ключи от новых авто вручили в торжественной обстановке. В техарсенале имеются и 4 вертолета. До конца года планируется еще один закуп. В целом на техническое оснащение МЧС будет затрачено 5,5 миллиардов тенге. По словам министра Владимира Божко, в прошлом году благодаря имеющейся технике из снежных заносов было вызволено более 1500 человек. Сейчас акцент делается на укреплении передвижных пунктов помощи, а также водно-спасательной службы. Мы поставили суперсовременные лаборатории. Честно признаться, я не ожидал, что они в таком оснащении. Техспецификацию очень мудро разработали. Мы, прежде чем допустить специалистов, у нас в Караганде самая лучшая лаборатория по пожарно-технической лаборатории. Всех специалистов технических лабораторий выдвинули туда, провели курсы и договорились еще с поставщиками, что они тоже соответствующим образом приедут и будут обучать.